Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения реки Лена. Накануне в соцсетях появилось видео пассажира парома, который заметил, что в реку из судна вытекает черный мазут. Запись сделана на пароме СП-858. В надзорном ведомстве сообщили, что предполагаемый виновник установлен. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела. Предположительно, виновник установлен. И, соответственно, меры уже административного действия в отношении нарушителя будут приняты нашим управлением. В ходе административного расследования мы все эти обстоятельства уточним. Время, период, маршрут, объем и так далее. И по результатам этого будет уже принята процессуальная мера. Но пока предположительно на сегодня информация, что судоходная компания «Новак», судно СП-858, соответствующие запросы направлены в ведомство. И после уточнения будет уже ответственность возлагаться на должностное лицо, скорее всего, на капитана и на юридическое лицо.